gone, keeping moving on from yesterday. From yesterday. So level up. Level up. There's no time to waste. No time to waste. Here we go, keeping moving on from yesterday. You know what? Yeah, we gon' level up. В этом ролике я построю завод Poppy Playtime и отыграю Хаги Ваги. Кто не знает, это такая злая ожившая игрушка, цель которой найти и убить тех, кто проник на фабрику. Собственно, этим я и буду заниматься в игре, впускать игроков на фабрику и потом охотиться за ними. А за такую идею спасибо этому подписчику. Пишите свои идеи в комментариях, самое интересное будет исполнено в следующем ролике. Поехали! Так, как видите, друзья, уже нашу фабрику нашли, уже несколько игроков возле нашей фабрики. Это значит, что их можно впустить и напугать, и убить. О, открылось, ебать! Так, первые игроки уже зашли, они начинают исследовать фабрику. Вы вообще не боитесь? Серьезно? Мы попали на заброшенный какой-то завод. Ну, не знаю, типа не. Хагалага. Синий пенис! А вы вообще. Это игрушка, походу, ребят. Кто-то подойдите к ней. Логичное решение. Who are you? Давайте залезем в него. Вместо того, чтобы бояться такую огромную страшную игрушку, они меня трогают, пытаются бить. Они вообще что ли оборзели? Если так подумать, то по факту вот этот пункт здесь, то это у нас открывает эту дверь, ладно, которая там. Кому нужны обнимашки? О нет, он разозлился постоянно. Нет! По-моему, ты всех поубивал нахуй. И никто даже не додумался кейпад открыть. Так они били в него, блядь, в этот кейпад, они не знали, как его открыть. Ну, это их проблемы, они могли сбежать в вентиляцию, и их участь была бы намного лучше. Да, из завода можно сбежать. Для этого нужно найти цифры от кейпада, разбросанные по всей локации. У первой группы сделать этого не получилось, поэтому давайте посмотрим, как справится вторая. Здравствуйте, это... Блядь, ну я не уверен, что у меня есть вообще полномочия так делать. Ай, похуй. Это министр здравоохранения. Надо проверить вашу фабрику на лицензию. Не знаю, какого хуя я это делаю, но мне мэр приказал. Открывайте. Ну, вон, открыли. Мне не нравится тут уже. Это Хаги-Ваги. Что за хуйня? Куда я нахуй попал? Блять, иди на раз, музыка, все понятно, это... Слушай, блядь, сейчас наряд нахуй вызову. Да лечи меня. Мэр, короче, они нихуя не открывают. Ну как бы открыли, тут какой-то голос ебанутый, но... Ладно, похуй. Фабрика Poppy Playtime временно закрыта. Где он, блядь? Вадим! Вадим! Дорфтак! У нас это закрыта дверь, пацаны, нас тут закрыли. Тут открыто, вот тут открыто. Ну, блядь, я вижу, что это закрыто. Да, закрыто. Так, наверное, чтобы они ордер не взяли, я все-таки впущу больше людей. У меня есть оружие, у меня есть огнестрельное оружие, я вас предупреждаю сразу. Все, сейчас они пойдут вглубь фабрики, и там я смогу с ними расправиться. Тут что-то... Что это? Не знаю, завод. Кто это? О, кирпич. Нет, кирпич. Что это такое? Что-то... Тихо, не стреляй. Это странно. Она просто стоит. Там... Тут дверь еще одна, у тебя ордер есть, да? Подожди, давай угадаем код. Тут код. Мне кажется... Что? Ты слышал? Ты слышал это? Это отсюда звуки. Слышь, подожди. Потрогал игрушку. Обнимашки? Открыть огонь! Кому-то нужны обнимашки? Беги!
Моя 69. У меня 69 здоровья. Там пиздец, там хаги-ваги, нахуй. О, нет, хаги-ваги. Он всё в полицию ёбнул. Нет, смотрите, если ментовка не сработала, то мы тут точно не сможем убить. Ладно, надеюсь. О, хаги-ваги! Блять, иди нахуй! Пошел в жопу! Иди нахер! Я хочу обнять тебя! Поиграй со мной! Поиграй со мной! Играй! И снова никто не смог сбежать от меня. К этому времени про меня знал уже весь сервер, и возле завода собралась огромная толпа. Посмотрим, сможет ли она справиться с Хаги-Ваги. О, началось веселье. Первое число 12. Ёб! Ёб твою мать. Он вас сейчас ёбнет. Ищем цифры с паролем. Пароль с паролем. Цифры, ищем. Пароль? Там написано кровью. Ищем цифры. Да я понятия не имею, где цифры. Он повернулся. Он смотрел на меня. Вот, когда? На коробку. Да я сам вижу, блядь. Пиздец какой-то. 43. Я вожу. 43. 12-40. Кому-то хочется обнимашек. Пароль 12-43. Ах, ты брось! Я троих убил просто одним ударом, просто трипл килл. В целом, таким образом мы убили практически всех. Кто-то, конечно, сбежал, но не суть. Прикол случился тогда, когда мы вылетели наружу. Бля, там огромный хаги-ваги бегает по городу, блядь. Чел просто взял модельку хаги-ваги и бегает по городу, просто посмотрите на это. А я вижу, ебать, у него башка огромная, просто пиздец, это очень смешно. Голову еще увеличил. Что за херня вообще, что происходит? Дорогие телезрители, огромный хаги-ваги ходит по городу, вау, ставьте лайки. Огромный хаги-ваги с огромной головой. Блять, он еще и бессмертный, блять. А, вот его убили. Там еще случайно какого-то чела застрелили рядом с ним. Да, я вижу. Ша, в натуре, может, тебя выпустим в город настоящим хаги-ваги? А вот это идея. Выпустить в город хаги-ваги и посмотреть, что из этого выйдет. Ой, блять, отойдите. Связал! Меня рыб, блядь, не завязали в наручниках, навалить быстрее! Меня арестовали. Это какой-то пиздец. Я знаю, что делать, Давид. Обнимашки! Обнимашки в тюрьме! Хаги-ваги хочет обниматься! Хаги-ваги хочет вырезать полицейский участок! Подчистую! Хаги-ваги! Ой-ой-ой, Хаги-ваги! А ты труп! Хаги-ваги! Нет, не меня, не ты! Обнимашки! Обнимашки с мэром! Обнимашки! Блять! Да чтобы эта хуйня сдохла, это, блять, хуйня. Где Хаги-Ваги?
Хага-вага сдох. Перед этим успешно вырезав кучу игроков. В целом такая отыгровка вышла неплохой. Гоняться за детишками было потешно, хоть и на полноценный хоррор не особо тянет. Хага-вага как по мне больше ржачный персонаж, чем страшный. Уж простите. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, а также пишите свои идеи в комментариях. Всем пока.